Здравствуйте. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от болезней системы кровообращения в Российской Федерации в последние годы заметно снижается. Так ли это? И если да, то в чем причины? Этому посвящен наш сегодняшний разговор с гостем канала НТМ. И я представляю главного внештатного сердечно-сосудистого хирурга Минздрава Республики Мордовия, врача-кардиохирурга Мордовской республиканской центральной клинической больницы Олега Александровича Карпунькина. Добрый день, Олег Александрович. Вы согласны с тем, что статистические данные последних лет говорят о снижении смертности пациентов именно этого профиля? Да, я хочу привести некоторые цифры со статистики. В Российской Федерации смертность от болезней системы кровообращения с 2014 года снизилась с 50% до 46%. Однако остается высокой по сравнению с мировой статистикой. Здесь данный показатель составляет 31%. Больше половины из этой массы приходится на больных с ишемической болезнью сердца. Основной симптом ишемической болезни сердца – это стенокардия, то есть приступы загрудинных болей при физической нагрузке или при ходьбе. То есть терапевт или кардиолог в поликлинике по месту жительства должен направить больного, у которого выявляется клиника стенокардии, на прием к кардиологу консультативной поликлиники. Кардиолог консультативной поликлиники дает список анализов, которые больной проходит амбулаторно, и затем уже больной госпитализируется в стационар для выполнения коронарографии. В течение одного дня выполняется коронарография. Это такая диагностическая процедура. Делается прокол артерии или на ноге, или на руке. Заводится специальный катетер в сердце. И вводится специальное контрастное вещество, и под рентгеном смотрится проходимость коронарных сосудов. И уже по результатам коронарографии определяется дальнейшая тактика лечения. Существует два основных хирургических метода лечения ишемической болезни сердца. Если в результате коронарографии выявляется поражение невыраженные или однососудистые, то выполняется стентирование коронарных артерий, то есть это малоинвазивная процедура. Также выполняется прокол артерии или на ноге или на руке. В коронарную артерию заводится стент вместо поражения в виде пружинки и восстанавливается проходимость сосуда. Если же в том случае, когда невозможно выполнить стентирование, выполняется уже открытая операция, аортокоронарное шунтирование, это уже открытая большая операция, продолжительность которой 4-5 часов. Во время основного этапа операции свое сердце у человека отключается, и функцию сердца и легких выполняет аппарат искусственного кровообращения. Во время основного этапа накладываются шунты, от 1 до 5-6 шунтов накладывается. Затем после этого запускается свое сердце, и аппарат искусственного кровообращения отключается. После этого уже проходит клиника стенокардии. В этом году мы выполнили 60 таких операций, в следующем году мы планируем 100 аортокоронарных шунтирований. Олег Александрович, то, о чем вы говорите, для меня, несведущего человека, просто поразительные вещи. Скажите, а какой, например, материал используется для применения вот этих шунтов? Правильно я выразился? Да, природа позаботилась и приготовила нам несколько сосудов, которые можно использовать в качестве шунтов. Это две внутренние грудные артерии, которые находятся в грудной клетке. Это большие подкожные вены нижних конечностей и лучевые артерии. А какие еще болезни системы кровообращения, вернее, операции при этих болезнях делаются в нашей центральной клинической больнице? Как я понимаю, только ишемической болезнью сердца ваша специализация не заканчивается.
Да, совершенно верно. Второе место в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимают цереброваскулярные заболевания. Проще говоря, это смертность от инсультов. Одной из основных причин возникновения инсульта является атеросклероз брахиоцефальных артерий. К ним относятся сонные, подключичные, позвоночные артерии, которые кровоснабжают головной мозг. При появлении симптомов головокружения, шаткости походки, предобморочных состояний, снижения слуха, памяти, зрения, невролог по месту жительства обязан направить больного на ЦДС или УЗИ сонных артерий, в результате которого диагностируется поражение сонных артерий. И затем, если выявляется стеноз сонных артерий больше 50%, у больного имеются те жалобы, которые я перечислил, больные направляются в консультативную поликлинику для выполнения ЦДС в условиях республиканской больницы. И с результатами ЦДС больной попадает к неврологу. Если имеются показания, невролог направляет к сосудистому хирургу, и уже решается вопрос об оперативном лечении. Операция, которая выполняется при стенозах сонных артерий, это так называемая каротидная эндартероктомия. Делается разрез на шее, выделяются сонные артерии, накладываются зажимы выше и ниже места поражения, и отсекается сонная артерия, удаляется вот эта бляшка, сонная артерия пришивается обратно на свое место и восстанавливается кровоток в сонной артерии. Длительность операции примерно около часа, выполняется она под наркозом. В течение часа такие сложнейшие манипуляции производятся? Операция не длительная, но она очень коварная, потому что пережимаются сосуды, которые кровоснабжают головной мозг на какое-то время, в течение 15-17 минут где-то пережимается сонная артерия. Олег Александрович, давайте для наших зрителей поясним, что такое ЦДС. Я просто боюсь, что люди будут терять в терминах. ЦДС – это УЗИ, это цветное дуплексное сканирование. Проще говоря, это УЗИ сосудов. И оно дает именно возможность врачу понять всю степень проблемы. Да. Прежде всего, люди должны обращаться к участковым специалистам на местах. И только потом уже передаваться непосредственно в ваш клинический центр. Да, это действительно так. Больные всегда обращаются в поликлинику по месту жительства. И там уже специалисты при выявлении показаний дают направление кардиологу, к неврологу, кардиохирургу в консультативную поликлинику. И далее уже с консультативной поликлиники больной попадает на оперативное лечение. Ну, для вас наверняка не новость, что в этой студии мы беседуем уже на протяжении второго месяца с вашими коллегами из Центральной республиканской клинической больницы. И они все дают очень высокую оценку той ситуации, которая у нас сейчас системно складывается в системе здравоохранения, когда непосредственно от, что называется, от места жительства, от места своего непосредственного наблюдения, любой человек, любой житель республики сегодня проходит несколько этапов достаточно оперативной и квалифицированной медицинской помощи, обследования, и в случае необходимости уже в конечном итоге приходит и становится пациентом Центральной клинической больницы Республики Мордовия. С вашей точки зрения, по вашему направлению, насколько эффективно работает эта система здесь, в Республике Мордовия? Как вы это оцениваете? В настоящее время выстроена маршрутизация пациентов, начиная с поликлиники по месту жительства, заканчивая нашей поликлиникой и нашим стационаром. Также существуют некоторые проблемы, над которыми мы работаем, усовершенствуем и стараемся сделать так, чтобы для больных этот путь был наиболее короток.
Поэтому, я так понимаю, вы так уверенно и говорите о том, что есть все резервы, условия для того, чтобы статистические данные, которые нам даются сейчас, они реально подтверждались и улучшались, ориентируясь на мировые показатели, так? Вся работа направлена на это. Операции на открытом сердце. Это же тоже достаточно современная область применения ваших профессиональных навыков. Проводятся ли они? Как часто они проводятся вами в стенах Центральной клинической больницы Республики Мордовия? Об этом давайте поговорим. Кардиохирургия в Республике Мордовия начиналась с клапанной хирургии. Это было более 20 лет назад. В настоящее время в Республиканской больнице выполняются операции по протезированию артального, митрального клапана, а также по пластике и протезированию трикуспидального клапана. Операция выполняется также с помощью аппарата искусственного кровообращения. В отличие от коронарного шунтирования, когда во время основного этапа накладываются шунты, здесь выполняется имплантация механического протеза клапана в артальную или в митральную позицию. В тех случаях, когда порок сердца сочетается с ишемической болезнью сердца, тогда выполняется протезирование клапанов сердца в сочетании с коронарным шунтированием. То, о чем вы говорите, ну, еще какое-то время тому назад для жителей республики, для очень многих, в том числе и моих знакомых, было, ну, совершенно недоступно здесь. Люди ориентировались на какие-то ведущие федеральные медицинские центры и никак не были готовы к тому, что непосредственной близости в одном городе, где они живут, или в одной республике, есть возможность пройти при необходимости такие сложнейшие, ответственнейшие медицинские процедуры, если это можно так выразиться. Сегодня это часть реальности нашей. Данные больные при выявлении порока сердца с поликлиники по месту жительства уже направляются не к кардиологу, а к кардиохирургу. Кардиохирург смотрит в поликлинике данные эхокардиоскопии. Эхокардиоскопия – это ультразвуковое исследование сердца. При выявлении показаний для оперативного лечения также выполняется коронарография, и в дальнейшем уже больной попадает на оперативное лечение. Есть еще действительно сложные больные со сложной патологией, со сложными пороками, которых мы направляем в федеральные центры. Но основную массу операций мы здесь стараемся выполнять в условиях Республиканской больницы. Ну, то есть и с федеральными центрами налажена качественная связь? Если это экстренный случай, мы связываемся с федеральными центрами и через службу санавиации транспортируем больного в федеральный центр. Если это плановая ситуация, тогда, если, допустим, мы не выполняем какой-то вид вмешательства, мы пишем направление в федеральный центр, и через Министерство здравоохранения документы больного направляются в федеральный центр, где консилиум рассматривает показания для операции, и больной приглашается на оперативное лечение. Замечательно. То есть система полностью отлажена в этом отношении. Очень приятно это слышать. Артур Александрович, но наверняка не только этим ограничивается круг ваших профессиональных обязанностей. Есть еще направления по лечению болезней сосудов сердца, которым вы занимаетесь. Расскажите об этом, пожалуйста. Активно занимаемся проблемой атеросклероза артерий нижних конечностей, так как это очень большая проблема. В конце концов, это может привести к гангрене и к ампутации конечности. С поликлиники по месту жительства больные с клиникой так называемой перемежающей хромоты, то есть когда имеются у больного жалобы на возникновение боли в икроножных мышцах при ходьбе, направляются также на ЦДС артерии нижних конечностей. При выявлении поражения больной направляется на прием к кардиохирургу или к сосудистому хирургу консультативной поликлиники. Далее, если есть показания, больной уже госпитализируется для выполнения так называемой артериографии. Это, в принципе, та же самая коронарография, только выполняется диагностика поражения
артерий нижних конечностей. И после артериографии уже непосредственно определяется уровень поражения и методика дальнейшего лечения. Существует также два основных способа лечения. Это эндоваскулярные, то есть также стентирование артерий нижних конечностей, или же шунтирующая операция. Еще раз повторюсь, показания выставляются после выполнения артериографии. Понятно. Олег Александрович, но существуют ли еще какие-то кардиохирургические операции в Мордовской республиканской клинической больнице сегодня? Да, существуют. При редком пульсе, если по данным холтеровского мониторирования ЭКГ выявляются паузы сердечных сокращений более 3 секунд, выполняется установка электрокардиостимулятора больному. Также операция выполняется под местной анестезией. Длительность операции около 1 часа. Также сосудистыми хирургами нашей больницы выполняется операция по поводу варикозного расширения вен нижних конечностей. Это когда под спинномозговой анестезией с небольших разрезов удаляются варикозно расширенные вены. А, например, такие сложные операции, как операции на аорте, выполняются ли они вами и вашими коллегами в Республиканской клинической больнице? Да, аорта – это самый большой сосуд в организме человека. И увеличение диаметра аорты более чем в 2,5 раза называется аневризмой аорты. При появлении жалоб у больного на пульсацию в области живота необходимо выполнить, опять же, ЦДС брюшной аорты. Если там выявляется аневризма, больной направляется к кардиохирургу консультативной поликлиники, где выполняется компьютерная томография с контрастным усилением. И после этого выставляются показания для оперативного лечения. То есть в условиях стационара уже выполняется разрез в области живота, выделяется вот этот измененный отдел аорты, накладываются зажимы выше и ниже места вот этого аневризматического расширения, и вот этот участок аорты замещается синтетическим протезом. Фантастика. Олег Александрович, то, о чем вы говорите, наверняка невозможно было бы без соответствующего технического оснащения. Если бы наша больница не располагала достаточным оборудованием для выполнения таких операций, мы бы не стали рисковать здоровьем больных, поэтому все, что необходимо для выполнения данного вида операций, в республиканской больнице имеется. Ну и, конечно, вопрос о перспективах. Безусловно, есть куда стремиться, куда двигаться. Есть определенные операции, которые мы пока не освоили. Мы часто посещаем федеральные центры для обучения и обмена опытом. Вот, и будем осваивать другие виды операций, чтобы у жителей нашей республики была возможность, не уезжая с республики, получить все виды помощи. Оперативно, качественно, высокопрофессионально. Да? Если мы не будем в этом уверены, мы, наверное, не будем этим заниматься. Спасибо вам за этот разговор. Это была программа «Гость студии» на канале НТМ. Всего вам доброго. До свидания.